Как вы видите, в кадре у нас с вами новые моточки. И я в этот раз, когда распаковала эту посылку, решила распаковать ее за кадром, потому что я поняла, насколько она атмосферно выглядит, и я просто не ожидала. В корзине это выглядело просто вот, ну, то, что мне нужно. А потом, когда я получила эту посылку, я поняла, насколько это все связано с осенью. То есть, насколько я прониклась всеми этими бежевыми оттенками, насколько мне хочется работать с ними. И в последнее время даже на работу я хожу полностью в бежевых образах. То есть я стараюсь подбирать, чтобы у меня все было в бежевых тонах, и мне это так нравится. Мне кажется, я выгляжу совсем по-другому, намного свежее, нежели как я раньше носила все только черное. И вот у меня начался, видимо, тот самый бежевый период. И я принесла вам такую корзиночку, упаковала эти моточки в эту корзиночку, чтобы вы тоже насладились всей атмосферностью и пропитались вот просто всеми эмоциями, которыми сейчас насыщена я. Я вам хочу рассказать, какая пряжа мне пришла из интернет-магазина «Пряжа Су». В этот раз я решила сделать упор на аксессуары. И в этот раз я вам сейчас все подробнее расскажу. Расскажу про пряжу, про цены. Мы подробнее рассмотрим с вами каждый артикул. Поэтому давайте я без лишних слов буду просто начинать наслаждаться каждым моточком прямо перед вами в кадре. И первая пряжа, которую я держу в руках... Я вообще изначально на нее совсем не обратила внимания, но вы просто посмотрите на этот цвет. Это что-то просто невероятное. Это пряжа Highland Wool называется. Спасибо, тут для меня специально написали. Это 100% эко-шерсть горных овец из Анды, я так понимаю. 50 грамм, 87 метров. Это очень толстая ниточка. И здесь смотрите, какая вот милая... Зарисовка такая, я так понимаю, это значок бренда. Девочка, которая вяжет из клубочка с логотипом сердечко. Ну, что-то такое. А от бренда Inca Tops это перуанская пряжа, перуанский бренд. И, кстати, я очень редко встречаю его в каких-то других интернет-магазинах. Возможно, он не популярный, либо он очень такой узконаправленный, поэтому он мало кому нравится. И я взяла себе два таких моточка. Вы угадаете, что я буду из них вязать? А так как эта пряжа очень толстая, так как эта пряжа очень теплая, и я вам скажу, что этот цвет у нас номер 12. Насколько я помню, на сайте он назывался серо-бежевый, но он такой и есть. Это прям холодный беж, очень красивый холодный беж. И я хочу из этой пряжи связать варежки. А, и варежки будут не только из этой пряжи. К этой пряже я взяла еще один подмотик. И подмот от этого же бренда, тоже от Inca Tops, это Alpa Loop 5. Это буклешка. Причем это настолько нежная буклешка, вы просто не представляете. У нее цвет номер 8, и она уже более теплая, нежели оттенок вот этой пряжи. То есть это холодный, это более теплый, бежевый, красивый, с крупными буклешками. И здесь у нас идет по составу 89% альпака суперфайн и 11% нейлона. 50 грамм, 250 метров. Это достаточно тоненькая ниточка. И на сайте, насколько я помню, пишет о том, что в районе 4-5 моточков вас уйдет на плечевое изделие. Но я в одну ниточку бы, скорее всего, не стала вязать. Я бы в две ниточки связала прям плотное-плотное плечевое изделие, но там, скорее всего, расход будет просто огроменный. И я решила, что это будет просто идеальный вариант, если я возьму и в две ниточки свяжу варежки. А, то есть основное тело варежки будет у меня с добавлением буклешки. Возможно, я даже пущу сразу две ниточки, чтобы букле были более
видны на фоне основной ниточки шерсти. А резинки я сделаю чисто шерстяными, потому что мне кажется, что с добавлением буклешки они будут смотреться странновато и не будут держать форму. Поэтому я думаю, что из 100% шерсти лучше будет намного держаться. Будем резиночку 2 на 2. То есть это будут прям теплые, классные зимние варежки, которые подойдут просто под любой пуховик. У меня пуховик зеленый с букле-воротником. Так что я думаю, что даже к зеленому пуховику будет смотреться очень красиво. Но он такой не зеленый, знаете, как хаки цвета. Я думаю, что это будет выглядеть очень-очень красиво. Это мой первый план. Первый план, первый процесс. То есть три моточка. Что вам хочу сказать по поводу вот этой ниточки? Эта ниточка достаточно бюджетная. То есть один моточек такой пряжи обойдется вам в 270 рублей. То есть у меня два моточка, а пряжа буклешка у нас стоит 585 рублей за один моточек. Но не стоит забывать о том, что по моему персональному промокоду Мурнитка вы получите скидку 5% на любой свой заказ. То есть это приятный бонус, и пряжа вам обойдется намного дешевле, нежели без этого промокода. Но все-таки 5% это тоже хороший бонус. Следующая пряжа. Давайте я вам покажу пасму. Потому что это, так сказать, затравочка перед будущим влогом. У меня в планах очень давно уже существует носочный влог. И я хочу в этом носочном влоге показать вам, за сколько времени по часам я могу связать пару носочков. Ну, стандартного метража, когда мы там используем пряжу, классическую четырехнитку, 400-425 метров на 100 грамм. И в этом же влоге я хочу покрасить эту носочную пряжу. Я очень давно не красила пряжу, и я решила докупить. То есть у меня есть белая пряжа в запасах, и решила еще купить пасму, чтобы было удобно окрашивать. И вот эта пряжа от Шахенмайер Регия, она специально для ручного окрашивания. То есть эту пряжу специально за вас перемотали в пасмы, и она уже готова полностью к окрашиванию, если вы окрашиваете пряжу в пасмах. Я хочу попробовать и в пасмах, и в кейках, и в шнурке. Как бы это странно ни звучало, ее окрасить. Тут у нас идет стандартный такой цвет. Знаете, натуральный, я по-другому его даже не могу никак назвать, номер 01992, но в палитре вот этих пасм он один. То есть, если вы будете искать пасмы для ручного окрашивания от Регии, она будет только в этом цвете. И на нее цена всегда намного бюджетнее, нежели на другие артикулы Регии, что меня приятно удивляет. Одна такая пасма будет стоить 535 рублей. Так что мы с вами в ближайшее время займемся покраской. Я очень давно хотела покрасить пряжу, потому что я последний раз красила ее, наверное, 2 года назад, если не больше. Но только в начале ведения своего канала. Спрятался там один моточек. Вот эти моточки я оставлю на потом, потому что это один и тот же артикул. А я вам покажу очень красивый твид. Мне кажется, вы догадаетесь, потому что все этот твид уже попробовали, связали из него перчатки, а до меня только он дошел. И все рекомендуют его брать именно на перчатки. Это у нас Шахенмайер Тоскани твид, 50 грамм, 170 метров. Цвет у меня номер 2, то есть это такой натурально бежевый красивый оттенок. У меня даже камера не хочет его захватывать, настолько он классный, с бежевыми крапками. То есть тут кроме как бежевого цвета ничего яркого не присутствует. Он очень приятный, он мягкий, и он мне напоминает по ощущениям Drop Soft Tweed. Если вы помните, такой артикул был, он у меня в наличии тоже есть, но эта пряжа потоньше идет. Так, по составу это у нас 55% шерсти, 30% вискозы, 15% альпаки. И я хочу из этой ниточки связать перчатки от пальчиков, потому что в оригинальном мастер-классе от Анны Паул используется как раз-таки эта пряжа. И я хочу попробовать связать такие более теплые. Обычно я вяжу из носочной пряжи, и из носочной пряжи они получаются тоненькие и тепленькие. Хочу потолще, чтобы до зимы, до каких-то более холодных времен, до варежек, можно так сказать, носить эти перчатки, которые идеально подойдут к следующему моему процессу.
про который я вам хочу рассказать. Я уже рассказывала вам про этот процесс. Не хочу вам рассказать, а я вам про него уже вам рассказывала. Сейчас пока достаю моточки, расскажу еще раз. Я планирую вязать палантин из остатков. Но так как у меня остатков совсем немного, мне не хватает основного цвета. Я хотела добавлять бобивную пряжу. Она у меня даже здесь рядом стоит. Хотела добавлять тоже молочного такого вот красивого цвета. Это у меня сильвер плюс пайетки. Очень красивая ниточка, но она показалась мне тонковатой для палантина. Я не хотела вязать бы палантин на слишком тонких спицах, поэтому я присмотрела еще один интересный вариант. В этот раз я выбрала себе моточки от Шихенмайер Альва Силк. У меня уже есть такие моточки в запасах. У меня есть два моточка такого натурального цвета. Я заказала еще три таких моточка. Это цвет номер 2. И я помню, что эту пряжу нахваливала Маша Ермакова. И мне понравилось, как она выглядит у нее в полотне. Поэтому я решила, что я попробую связать образцы, потому что я раньше еще не работала с этой пряжей, на палантин. У нее какой-то супер бюджетный расход, потому что там он нам обещает, что мы уложимся на изделие в 300 грамм. То есть это очень бюджетно получается по метражу и по цене изделия в итоге. И что касается метража. Это 50-граммовый моточек. Здесь у нас идет 230 метров, представляете? То есть это вот настолько толстая ниточка. Вот я не скажу, что это 230 метров, как, например, носочная пряжа. Она намного толще, и говорят еще о том, что она распухает после стирки. Это у нас по составу 50% шерсти, 25% шелка. Я так подозреваю, буретного шелка, потому что мы можем здесь увидеть своеобразные катышки, которые свойственны буретному шелку. И 25% чего? Хлопка, да? Почему-то здесь... А, вот написано. Везде просто написано шерсть, шелк, капсом, а хлопок написано с маленькой буквы, и я даже немножко потерялась. То есть у нас получается здесь полумеринос, полушерстяной состав с полулетним составом шелк и хлопок. Поэтому, мне кажется, отлично подойдет для палантина. Я прикладываю к шее, я не чувствую в нем никакой колкости, и я думаю, что это будет очень круто. Я взяла себе еще три моточка. То есть это будет основной цвет моего палантина. И второй цвет, который я взяла, это тоже, как вы можете удивиться, наверное, бежевый цвет. А это цвет у нас номер 5. А тут я вам сказала, что это цвет номер 2. Да, это цвет номер 2 натуральный и цвет номер 5 лен. Ну, просто между собой вот эти все пряжи идеально сочетаются, хоть бери и из них вяжи палантин, но вот это вот что-то невероятное. Я вам сейчас принесу корзинку с артикулами, которые я запланировала для палантина, и вы сразу поймете, как оно шикарно между собой сочетается. Больше бежевого в кадр, потому что у меня все тут бежевое. Ну, просто посмотрите, тут они ко всему подходят. То есть у меня здесь есть и более темные, более светлые, более в какао такой розовые уходящие оттенки, более персиковый. Вот этот, например, бежевый кажется более персиковым на фоне всех остальных. И тут еще добавился вот такой вот моточек. Это мохер на вискозовом шнурке. То есть вискозовый шнурочек набитый мохерчиком. Очень нежная нитка, я ее просто обожаю. Она называется Домино от Филпуччи. Если вы ее где-то встретите, обязательно берите, потому что это что-то невероятное. Вот такие планы у меня на ближайшее время. То есть я буду ударяться сейчас в аксессуары. И я думаю, что это намного быстрее у меня будет вязаться, нежели плечевые изделия. И я утеплюсь к холодному сезону. Я вам, кстати, забыла сказать о том, что пряжа Альва Силк стоит 459 рублей за один моток, и весь мой заказ получился на 4000. Ну и плюс скидка 5%. То есть приятный бонус. Всю информацию про сайт и про промокод вы сможете найти в описании под этим видео. А я отправляюсь продвигать свои процессы. Thank you.
Хочу вам показать, подключиться, как продвигаются мои процессы и что интересного нового я планирую начать и уже начала. На самом деле, я хочу вам сначала похвастаться тем, что я закончила вязание носочков. И вот у меня остался такой остаток от опала. Правда, я носочек закончила вязать вот буквально пару минут назад, закрыла его, мне осталось еще его заблокировать, поэтому он у меня такой... некрасивый, один заблокированный ровно симпатичный, другой еще не стиранный. И, кстати, даже по тактильным ощущениям они разные. Все-таки стирка меняет пряжу. И некоторые, кстати, не проводят ВТО, как я была удивлена. Поэтому, если вы не проводите ВТО, делайте это обязательно. Ну, как минимум ради того, чтобы смыть с пряжи всю пыль, которая была там, например, в магазине, или от ваших рук, или в вашем проектном мешке, когда она лежала. То есть все равно в любом случае нужно стирать свои изделия. И... ну, как-то я больше спокойно себя чувствую, когда я отдаю стиранное аккуратно. Я даже иногда перестирываю. То есть, если у меня носки есть, я вам покажу потом свою носочную коробочку в другом видео, в носочном блоге. И если у меня носки долго лежат, я их перед тем, как дарить, снова стираю и снова блокирую, чтобы они чистенькие, свеженькие, красивенькие были. За кадром я сейчас занималась вязанием образца для палантина. Я вам показывала в прошлом подключении, что мне пришла вот такая пряжа из магазина «Пряжа Су». Это у нас «Альва» от Шихенмайер. И я взяла спицы 3,5, так как рекомендуют 3-3,5, и начала вязать постепенно образец. Это вот я так быстренько накидала. У меня сейчас пока перекидывались файлы на компьютер. Я, к слову, сейчас закончила снимать одно интересное видео, которое вы уже посмотрели неделю назад. И вот эти моточки в кадре находятся не просто так. Это моточки с большого обзора, и если вы его еще не смотрели, я вам рекомендую пройти по подсказке, потому что на прошлой неделе я активно занималась именно съемкой этого, хотела сказать, мастер-класса, этого обзора. Так вот, вяжу, сейчас мне пока не нравится, но после стирки я думаю, что она разбухнет и заполнит все вот эти вот пробелы. Я как-то очень свободно вяжу в этот раз, нужно, наверное, поплотнее вязать, но на данный момент мне нравится ватность этой пряжи, она вот прям такая, как ватный твид. Я ее хочу сравнить именно с этим. Провяжу еще пару рядочков, закрою и постираю. Это я вам так просто показала, что у меня в работе было пару минут назад. Из плечевых изделий я взялась за продвижение пи. И на данный момент продвижение у меня выглядит следующим образом. Я уже перешла на вязание третьей полоски. Мне кажется, смотрится просто очень красиво. Вот это вот сочетание цветов, ну, просто невероятное. Сейчас, конечно, оно все еще съеженное такое. Нужно будет стирать, блокировать, чтобы это все красиво смотрелось. Но мне уже нравится, как это выглядит. И продвигается достаточно быстро, потому что узор запоминается просто элементарно. И просто гоните и гоните. Я, главное, успеваю перещелкивать только рядочки, чтобы не потеряться, в каком моменте мне нужно менять цвет. Кстати, меняю цвет я методом перекрещивания вот так вот ниточек, чтобы у меня не было длинной протяжки. В мастер-классе, кстати, рекомендуют именно так делать. На данный момент, мне кажется, пряжа вообще как будто бы не убавляется, поэтому я... Волнения никакого нет по поводу того, хватит мне или не хватит, при том, что у меня изделие получается достаточно объемное. Я вам говорила в прошлом видео, что у меня получается что-то в районе 60 сантиметров ширина тела. То есть это вот как раз оверсайз-оверсайзович, который я очень люблю. Так как у меня закончилось вязание носочков, я сейчас задумалась о том, что мне нужно начинать еще одни, потому что носочная душа требует продолжения, и я в своих запасах достала два вот таких моточка, и сейчас думаю, из какого буду вязать. Мне кажется, все начнут: «Даша, вот этот, спаси пчелок», да, называется этот цвет, да, спаси пчелок. Однако, что именно его надо сейчас вязать, сейчас вот прям цвет осени именно этот. Но мне почему-то хочется еще поработать с Alize Superwash, потому что я достаточно давно из Superwash ничего не вязала, ни перчаток, ни носочков. Как-то хочется. Хочется именно тактильного ощущения от Superwash. Я сейчас подумаю, и если я не смогу решить, из какого моточка начинать новые носочки, я спрошу у своего мужа, как у независимого эксперта, какой он мне покажет, из того и буду вязать. Потому что я знаю, что если я сделаю голосование в Телеграме, то все выберут этот моток. Вот мне кажется, практически 90%, что выберут все вот этот моток. Ну и я бы хотела именно из него повязать.
Хотя, может быть, не спрашивать мужа, сразу из этого начать вязать. Я же их быстро свяжу. Не знаю, прям как-то хочется и с этой пряжи поработать, и с этой пряжи поработать. И хочется уже в хелик спустить вот этот остаток. Потому что у меня, я вам сейчас покажу, очень красивый моток опала, который я перемотала. Если вы помните, у меня была раритетная пасма опала. То есть это была огромная пасма ручного окрашивания опала из очень-очень какой-то старой коллекции. Я даже не могу вам прочитать, как это будет. То все стандартно, 100 грамм 425 метров, там 75% шерсти, 25% полиамида. Не показано, как это будет смотреться в носке. Вот такие красивые цветы, тут тоже осенние оттенки. И я перемотала недавно, мне нужно было просто занять руки, вязать мне было нечего. И я решила, что эта пасма занимает слишком много места, и я ее перемотаю сначала вот в такой моток, а потом перемотаю в кейк. И я когда перемотала, я поняла, что у опала есть такое интересное свойство. Между собой оттенки сочетаются. То есть мы возьмем разные мотки опала. Вот давайте, например, сравним вот этот моток и вот этот. Они между собой имеются какой-то один общий цвет. Если мы вот так вот покрутим, мы найдем какой-нибудь общий рыжий цвет. Вот видите, вот этот вот светленький и вот этот. У меня руки почему-то трясутся. Вот эти два цвета совпадают между собой. И эти два мотка отлично дополняют друг друга. Например, я могу взять... У меня здесь недалеко. Сейчас достану. Есть очень красивый оттенок из коллекции Hundertwasser. Вот он подойдет и к этому мотку, и к этому мотку. То есть тут есть вот эти общие бежевые оттенки, зеленые оттенки. То есть вообще в идеале, я так понимаю, что когда я закончу, например, вязать носки из вот этой пряжи или из вот этой, я остаток потом могу замиксовать в хеликс такого фантазийного цвета, либо пустить в двойной хеликс. Потому что пряжа между собой будет смотреться как такой просто очень яркий, ну, как будто это в одном мотке было сочетание. Не знаю, мне почему-то вот в голове последнее время сидит именно эта мысль совместить два остатка опала в одни какие-то крутые носки. Поэтому хочется и с опалом поработать, и с нако поработать, и с супервошем поработать. С одной стороны, очень радует, когда есть огромное количество выбора носочной пряжи. А с другой стороны, ты когда начинаешь думать, из чего вязать носки, ты просто вот находишься в каком-то шоке. С чего же начать, что же взять, что же вот повязать? Потому что хочется повязать из всего сразу. И хочется, знаете, как... неделю носочных стартов. Начать 7 пар носков, но я понимаю, что у меня нету 7 пар спиц 2,5, например. А Magic Club'ом я не очень хотела бы вязать. У меня есть, конечно, на Magic Club 2,5, но как-то там леска неподходящая для этого всего. И помимо этого, того, что я вам сейчас показываю, у меня есть еще один процесс. Вот вы скажете: Даша, тебе вязать, не перевязать твои планы, потому что ты запланировала, как всегда, вот просто миллион всего. Я вам покажу вот эту бобинку и расскажу о том, что у меня есть такая фишка, я вам уже рассказывала раньше об этом, если я хочу извязать какую-либо пряжу, я ее ставлю на самое видное место. И она у меня стоит на этом видном месте, ну, не в плане того, что она где-то мешается на кухонном столе, а она вот где, в местах, где я сижу, чтобы я ее постоянно видела, чтобы она у меня постоянно на глазах была. Это белорусский лен с хлопком. У меня здесь не написано по составу. Здесь у меня была 500-граммовая бобина. Они, кстати, продаются на Валберисе, насколько я помню. И тут 60% хлопка и 40% льна. И она такая прям рустикальная, с сетевыми волосочками, колючеватая. С одной стороны, очень приятная, с другой стороны, покалывает. И я бы не хотела из нее вязать плечевые изделия. Я долго думала, куда же ее применить. Поставила на видное место целый месяц. Она у меня стояла на видном месте, пока меня не осенило одним процессом. Но для того, чтобы извязать эту бобину, мне нужно было купить что-то другое. Вот как бы это странно ни звучало, но чтобы нам что-то извязать, нам надо сначала что-то купить. Лайк, если вы согласны со мной, потому что, мне кажется, это у всех так. Ну, у большинства, по крайней мере. И я купила джут. Причем это джутовый канат не для вязания, а вот просто такой, как хозяйственный. Купила пасму тоже на Валберисе, там что-то за 350 рублей. Он 6 миллиметров, и в нем 40 метров или что-то такое. И я воодушевилась тем, что эта пряжа сама по себе очень мягкая. И из нее невозможно связать плотный
ковер, плотную корзинку, плотные подставки. И я купила джут, чтобы его обвязывать этой пряжей. И в итоге получается настолько приятное полотно, потому что пряжа это приятнее намного, чем джут. Джут не чувствуется, получается плотное. Вот это у меня донышко корзинки. Столько процессов, а Даша начинает вязать корзинку. Вот я думаю, что я еще один ряд прогоню. Это у меня начало ряда здесь маркером указано. Еще один ряд прогоню. И у меня вот как ладонь получается, уже больше ладони. И буду гнать вверх. Либо свяжу еще два ряда и буду гнать вверх. Хочу такую крупную корзинку. И если у меня останется джут, и бобина-то точно, наверное, останется. Я обвязываю, кстати, в три нити. Делаю через петлю и обвязываю в три нити. Если у меня останется та и та нить, то я хочу еще сделать эту корзину с крышечкой. Знаете, такие продаются на Валбересе отдельно. Кто-то шьет из джута их, прошивает на машинке. Я вот хочу оприходовать, так сказать, пряжу, которая у меня есть в запасах, чтобы эта бобинка больше не мозолила мне глаза, и я получила еще одно место для хранения, потому что с корзинками у меня дома всегда какая-то проблема. Мне нужно больше корзинок, богу корзинок, чтобы складывать туда свои запасы. Потому что мне нравится, когда в маленьких уютных корзиночках красиво лежит какая-нибудь пряжа. И вот эту я планирую использовать также для носочной пряжи, потому что в основном я люблю корзиночки использовать именно для нее. Вот так. Вот такие вот у меня задумки и идеи. Последнее время в голову мне стреляют, и я просто иду на поводу у себя же и начинаю процессы в зависимости от того, что мне хочется на данный момент. Но это еще не все. Та-дам! Угадайте, что это за пряжа? Я достала из запасов упаковку Фиджи молочного цвета. Розовые спицы достала, Лики Блаш. Тут, кстати, этот моточек с браком, не обращайте внимания, я его поэтому взяла на образцы. И я буду вязать свитер по зарубежному описанию, который мне подарили. Точнее, не свитер, а кардиган на запах. Levitate, насколько я помню, он называется. Я вам ставлю фотографию, как он выглядит. И я поняла, что вот эта пряжа, она идеально для него подойдет. Я отвязываю пока образцы. Связала на спицах номер 5, вот на Лики Блаш. Но мне кажется, на 5 получается какое-то слишком забитое полотно. Я посмотрю, попадаю ли я в плотность. Если я не попадаю, я буду брать там по описанию спицы нужно 5,5 и 6, насколько я помню, и обработка на 4,5. Вот я резинку на 4,5 связала, а само полотно на 5. Думаю, 5,5 нужно брать и посмотреть по плотности. Ну, для начала я, конечно, измерю, и потом уже буду начинать вязать. Там вяжется японским плечом сверху вниз. И он такой укороченный. Короче, очень классный кардиган. И я его прям сильно захотела. Вот так. Видите, я прям, не знаю, разбаловала себя тем, чтобы взять и начинать все процессы, которые я хочу, позабыв о своих обещаниях. Корзинку какую-то начала. Ну, главное, что я вяжу сейчас, планирую вязать палантин из своих планов. Пию вяжу. И носки, которые запланированы у меня были. Так что я укладываюсь в свои планы, потому что мне как-то раз написали, что «Даша, как ты так можешь запланировать все вот и вязать по своим планам?» Я не вяжу по своим планам, если честно. Ну, правда, у меня постоянно в голове происходит какой-нибудь щелчок, и я по этому щелчку ведусь, ищу пряжу и начинаю вязать. Вот такие вот у меня пока мысли по поводу вязания и продвижения. Отправляюсь дальше что-нибудь вязать. У меня просто экстренное подключение. Я вам хочу просто показать наимилейший маленький подарок, который я получила от Вероники. Мне написала Вероника, что она безумно рада, что я отметила ее канал. И я, если честно, каналом Вероники вдохновляюсь просто неимоверно. Очень редко сейчас встретишь вдохновляющие классные каналы, хотя я очень рада, что на Ютубе сейчас очень много девочек-новичков в плане блогерства вязального. Это так круто смотреть, как развиваются молодые каналы, оставлять им лайки, комментарии, поддержки. Я стараюсь периодически, если вот вижу что-то интересное, оставлять комментарии поддержки, чтобы человек не забрасывал. Потому что, когда я начинала вести свой канал, у меня было прям, ну, посредственное качество, посредственный контент. И я
Знаете, всегда волновалась, когда мои видео не набирали там и 5-10 просмотров. А сейчас я безумно рада за девушек, у которой первые видео выстреливают на 10 тысяч, на 5 тысяч просмотров. Это очень круто. И молодые каналы, они, знаете, у них есть свой определенный шарм, и они такие уютные, классные, я не знаю. И вот канал Вероники, он один из, наверное, самых любимых моих на данный момент. И я вам несколько раз в видео рассказывала про ее канал. И расскажу вам еще раз про ее канал, потому что она просто, ну, лучезарная девушка. Она живет сейчас на данный момент в Сербии, и она нашла способ, она, я так поняла, договорилась со своими знакомыми, со своими родными, чтобы те направили мне подарок через Валберис. Вероника спросила мой пункт выдачи, я сходила, забрала, я не знала, что там будет, и я очень приятно прям удивлена. Во-первых, здесь моя любимая носочная пряжа. Во-первых, тут Alize Superwash Artisan. Я тут даже рядом вязаную лаванду положила, потому что посмотрите, как красиво по цветам сочетается. У меня уже есть один такой моточек, но я безумно рада, что у меня есть теперь такой второй. Это цвет номер 9003. И у меня такой моток есть, и я его хотела пустить в плед. И потом сомневалась очень долго, потому что я хотела еще также из этого моточка связать носки. Но теперь у меня есть моточек и на носки, и моточек на плед. У меня, знаете, получится такой своеобразный домашний лук, когда я буду лежать на пледике, где есть такие мотивчики в носочках из этой же пряжи. Но не милота же. Также тут были полезные вкусняшки. Если честно, я такой шоколад раньше не пробовала. Этот шоколад на меду. Здесь ничего лишнего по составу. Тут мед вместо сахара. И это еще при том, что белый шоколад. Я обязательно попробую. Я вот специально подключила видео как можно скорее, потому что я уже хочу вскрыть одну шоколадку и попить с ней кофеечек. Я обожаю белый шоколад, я вам говорила уже не раз об этом в своем видео, и пористый белый люблю, а вот такой белый на меду ни разу не пробовала. У меня тут две шоколадки, и если мне понравится, мне кажется, мы с мужем будем такие даже заказывать. Потом, тут, посмотрите, есть милейшая свеча, и она пахнет, я ее открыла уже, понюхала, она пахнет просто, знаете, ванильным печеньем. Я очень скептически отношусь к запаху тыквы. Мне больше нравится цвет тыквы, как она выглядит, но я не ем сама ни тыквенную кашу, ни какие-либо закрутки из тыквы. Мне просто нравится, как она выглядит. А тут я сомневалась, понравится мне, не понравится такой запах. Я открыла, а она еще и с деревянным фитилем. Такой свечки у меня еще не было, и говорят, что за ней нужен особенный уход. У меня есть инструкция по применению, как использовать правильно эту свечку. Вот я ее сейчас открыла, она так пахнет супер. Просто какими-то сладостями очень вкусными. Она тоже какая-то супер натуральная. Я обязательно ее зажгу, когда у меня будет прям осеннее настроение. Пока ее немножко поберегу, потому что здесь всего 20 часов горения, хотя она достаточно небольшая, и зажигать ее нужно на небольшое количество времени, чтобы она не перегревалась, как я прочитала в инструкции. Создана в Казани, к слову. Я так понимаю, это свечи ручной работы. И последний моточек, последняя пасмочка, это Газал Happy Fit в бежевом цвета корицы, коричневом таком красивом оттенке. И Вероника мне написала о том, что эта пасма у нее напрямую ассоциируется с осенью. Я с ней полностью согласна, у меня такой пасмы в коллекции не было. Это одни из последних расцветок у Газал Happy Fit, которые они выходили, которые у нее выходили. Это Газал Happy Fit Манго Мохито называется цвет. Удивительно, кстати. Мне кажется, как будто по-другому должно называться. 75% супервош мелиноса, 25% полиамида, 100 грамм 330 метров. Это мелиносовая носочная пряжа, она достаточно сопливая, поэтому ее вязать нужно плотно, если вы не работали раньше с этой пряжей. И что удобно, пасма уже разделена на две маленькие пасмы по 50 грамм. То есть вы можете связать идеально одинаковые носочки и не переживать, что секции у вас не будут совпадать. Хотя на самом деле кажется, как будто бы совсем-совсем такие любые разные носочки получатся из этой пряжи. И цвет, я вам скажу, номер 3267. Ну, кстати, очень странно, что он называется манго мохито. Мохито это ассоциируется у меня с чем-то зелененьким, таким желтеньким, голубым. Но я думаю, что вот манго капучино может быть какое-то, вот что-то подобное. Возможно, это просто этикеточка неправильно сюда попала. Но выглядит просто шикарно.
Вот такой вот миленький небольшой подарочек мне пришел от Вероники. Большое тебе спасибо. Ты меня прям приятно порадовала, заставила меня улыбнуться в тот день, когда у меня настроение оставляло желать лучшего. И это вдвойне придает мне сил продолжать снимать видео, радовать вас новым контентом. Это, знаете, вы моя мотивация, вы мои мотивашки маленькие. Ну, если кого-то не оскорбит, если я вас так назову. Поэтому отправляюсь пить кофе с шоколадкой. Мы пришли с мужем немножко после работы прогуляться возле нашего ДК. Я в этом парке в первый раз неожиданно оказалась. И я нашла здесь прикольную локацию. Во-первых, здесь очень классные скворечники. Я вам либо вставила уже, либо показала. И тут есть такие, как столики, и на них прикольно так листва упала. Мне прям понравилось, и я решила здесь вам снять свои передвижения, которые у меня сейчас есть на данный момент. Тут немножко шумно, потому что рядом с дорогой, поэтому уж простите. Я начала вязать палантин. Я вот сегодня на работе его в обеденное время продвигала. Я вам показывала фрагмент, что я распустила, потому что на самом деле мне показалось, что он очень узкий получается. Я перенабрала, изначально у меня было набрано 70 петель, сейчас я набрала 102, да. Вяжу на спицах Unicorn, очень классные спицы, я вот прям искала возможности повязать на них, и набрала вот на них, и буду вязать полностью палантин этими спицами, не буду менять размер никак. Вот у меня целый проектный мешочек того, что я взяла сегодня с собой. Я хотела продвигать и вам показывала, что я начала продвигать. Это фабл с альпакой. Есть у меня... Нет, это не фабл, это флора, точно. Это флора с альпакой, и взяла еще с собой китайский кашемир. И вот мне так нравится, вот как это все в осенних цветах сочетается. Мне кажется, я за этот влог осень-осень-осень очень много раз скажу, потому что это, ну, что-то просто невероятное по цветовым сочетаниям. И мне прям очень вдохновляет. А там внутри... Вот это, кстати, моточек, как я вам и говорила, я буду вязать, что из Шахенмайер Алва, насколько я помню, она называется, которую я вам показывала в начале этого влога в распаковке. А сейчас я достану и покажу вам осенние носочки, которые я начала. Я в Телеграме делала опрос, чтобы узнать, из какого моточка вы хотите увидеть поскорее носочки в моем исполнении. Из какого моточка, какие носочки. Да, у меня очень много уменьшительно-ласкательных, но я прям так, ну, люблю так разговаривать, не знаю, мне просто нравится. Особенно, когда меня что-то радует. Так вот, я решила, что я возьму этот моточек и моточек супервоши. Я вам сделала опрос, и вы выбрали этот моток. Моточек называется «Спаси пчел», и я уже начала вязать из него носки. И вы просто посмотрите, какие они классные получаются. Но это вот прям осень-осень, я не знаю. Thank you.
Ну что сказать, я принесла вам свои продвижения, и на самом деле я сама от себя в шоке, потому что за последние 2 дня я какая-то супер-мега-турбо-продуктивная. Не знаю, продолжится ли это так дальше на этой неделе, потому что эта неделя, вторая половина у меня больше будет посвящена мне. И как бы это эгоистично ни звучало, у меня просто в четверг, 5 октября, день рождения. Вы будете смотреть этот влог, когда оно уже пройдет, и пройдут уже все праздники, так сказать. У меня будет несколько празднований с друзьями, с родителями, на работе. То есть, и все это, мне кажется, будет отнимать большое количество времени, и я не смогу продолжать в таком же быстром темпе вязать, как вязала за последние 2 дня. Сегодня у нас среда. Завтра у меня уже получается день рождения. И я хочу вам показать, что я все-таки навязала. Давайте начнем с самого большого моего продвижения, на которое я вот все руки складываю, потому что очень сильно хочу вам его показать. Итак, я закончила вязать спинку джемпера Пия. Я уже его постирала, заблокировала. Вот так это выглядит на данный момент. По ширине у меня 60 сантиметров, то есть у меня уже получается размер L идет, если по схеме смотреть, по размерам полотна готового. То есть вот у меня здесь идут проймы, при том, что здесь проймы идут квадратные, насколько я поняла. Резинку я растягивала, чтобы ее не стягивала, потому что, как вы знаете, гребяной меринос, он у нас как бы очень хорошо пружинит, и я боялась, что вдруг он меня обтянет вот так, и будет смотреться некрасиво. Но все разровнялось, очень быстро высохло. У меня обычно на полотенце, когда лежит, сушится какой-то процесс, я стирала на руках с кокосовым мылом. Пропитки как таковой здесь прям не было. Все вот отлично так связалось, все хорошо у меня легло, и пряжа не линяла, и я прям вообще, если честно, в восторге от этой пряжи. В очередной вам раз скажу, что это меринос гребяной, 300 метров на 100 грамм, бобинная пряжа. От Риго, насколько я помню, у меня тут, к сожалению, попался узелочек, но это ничего страшного. Я обрежу, как бы сделаю свой узелочек здесь. Меня это никак не расстраивает и не пугает. И это пряжа из магазина Вултория. Там такие классные цвета, что я уже захотела себе вторую, третью, четвертую, пятую, десятую пию. При том, что у меня уже в голове есть еще пия из полухлопка, потому что у нас в чате вяжут очень классные пии из полухлопка. Мне кажется, это настолько универсальная модель, что я повторю. Я очень часто говорю, что я буду повторять модели, но у меня есть такое желание, потому что очень быстро связалась эта спинка. То есть буквально за 2 вечера, я вам в прошлый раз показывала, я не помню, на какой стадии у меня продвижение было, где-то вот здесь. То есть за 2 дня я связала половинку спинки. Сегодня я хочу заняться продвижением именно этого процесса, потому что вчера я весь день посвятила процессам двум, которые вам покажу далее, а этот я уже хочу в ближайшее время носить. Пока мне все нравится, у меня здесь вот на булавках это все переснято, и больше рассказать вам ничего не могу. Я не взвешивала, сколько у меня по расходу получается, но я как-то и не хочу, наверное, это знать. В итоге потом посчитаем, сколько у меня останется от пряжи, которая у меня была. Я вам уже рассказывала, что у меня много пряжи для этого процесса, то есть у меня дополнительного цвета 150 грамм, этот вот тот же самый Мерино 3000 от Вултория. Давайте я вам ссылку, кстати, оставлю на этот артикул. Ну, он реально очень крутой. И здесь у меня было 450 грамм. Мне кажется, даже с зелеными такими цвета хаки ногтями очень красиво смотрится этот цвет. Так, это что касается этого процесса. Дальше, чем я занималась на... Я тут вам шебуршу, катаю туда-сюда. Надеюсь, это не раздражающий звук. Я решила начать взять с собой на работу процесс палантин. Как я вам рассказывала уже, что я хочу связать палантин из пряжи, которая у меня есть в малом количестве. То есть у меня там моточек такой, моточек сякой. Вот это вот, например, огромная бобина кашемира 100%. И я с каждым разом все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы связать, не полностью пустить ее в палантин, который я вяжу, сейчас уже начала вязать, а пустить его в перчатки и остатки пустить в палантин, потому что из этой пряжи у меня уже есть бини-шапка двойная, я ее сейчас ношу, у нас утром -1.0, и мне так в ней комфортно, она мягкая, классная, приятная, и вот я до последнего не хочу этот кашемир куда-то применять, потому что, не знаю, возможно, я просто боюсь,
что он у меня кончится. Мне кажется, все мы бережем более дорогие артикулы. А что касается самого палантина, вот я начала его вязать. Тут у меня 102 петли. Я вам уже рассказывала в предыдущем подключении на улице. То есть после стирки он у меня вот так должен разровняться и красиво смотреться резинку, потому что эта пряжа держать не будет. А здесь я добавила, как вам уже тоже упоминала, мне кажется, в этом влоге я много повторяюсь, упоминала, что это флора от Drops, альпака с шерстью, остаточек у меня. Я вот просто в рандомном вообще, я ничего не считаю, просто вот как идет пряжа, так идет. Хочу такую полосу пущу, хочу такую. И главное, что у меня сохранилось, это вот то, что основной цвет, это будет альва от Шахенмайер, потому что у меня ее больше всего. И вяжу на спицах 3,5. Ну, вот такие у меня продвижения. Это я за вчерашний день, то есть я вчера связала, как вы видели, меньшего размера, потом распустила полностью и начала вязать заново. И это вот за вечер просмотр сериала и немножко на работе я продвигала, вот эту резинку отвязывала. Это что касается палантина. Следующий, кстати, пряжу, которую я хочу добавить, это вот этот китайский кашемир. Он супер нежный. Хочу его вот прям добавить. И даже есть такое желание, например, пустить вот эту полоску, а потом сразу без белой полоски пустить эту. Но мне кажется, тогда смотреться будет не очень красиво, потому что этот более холодный цвет, а это более теплый. Мне кажется, они не сильно сочетаются, а когда у них будет между ними разделительная полоса, то тогда будет смотреться намного лучше. И второй процесс, который я начала вязать, это носки. Я вас спрашивала в Телеграме, из какого цвета начать, и я уже практически из вот этой пряжи вяжу. Очень красивый моток, очень осенний, очень красивый. И я, ну, не смогла удержаться. И вы еще проголосовали в основном за этот цвет. Как выглядит носок на данный момент? Вот так. Как же классно пряжа с крупными секциями ложится в этой пятке. Ну, просто шикарно. И, кстати, меня очень много спрашивали про эту пятку, потому что, когда вяжут эту пятку по мастер-классу, который я вам говорю, у вас получается она слишком большая. Если честно, я училась вязать по мастер-классу от скуки, это версия пятки, самая первая. И я даже не смотрела, как вяжется вторая версия, потому что мне это неинтересно было. И я вам расскажу вот так вкратце, как я делаю. То есть я делаю 10 прибавок. То есть у меня вот 10 прибавок тут, 10 прибавок тут, 10 петель посерединке. Потом я начинаю делать укороты. Укороты я делаю от центра. То есть у меня вот 10 петель эти остаются. Я одну петельку с этой стороны выделяю, одну с этой. И крайние петли сделаю на них развороты. И развороты я делаю не каждую петлю разворачиваю, а через петлю. То есть одну петлю лицевой провязываю, еще одну лицевой. И вот эта вторая лицевая, она идет у меня разворотная. Какая-то тут соринка попалась. И у меня в итоге получается там совсем небольшое количество разворотов, и она не смотрится такой большой, как у некоторых. Когда я видела, что писали и показывали, что пятка очень странно смотрится. Мне кажется, она смотрится нормально. Ну вот, в моих. Это на 64 петли я вяжу. То есть мне кажется, что у меня больше мужские носки по размеру получится. Если они кому-то по цвету понравятся, я, возможно, их кому-то подарю. При том, что у меня от этого мотка останется обязательно. Я хочу потом эту пряжу в хеликсе совместить с супервош артисан у меня есть. Вот, ну, мне кажется, очень круто получится. И вообще хочу эти носки по секциям подобрать. У меня на данный момент вот рапорт секции. Вот он. То есть начинается вот от этого зеленого, вот он чуть-чуть совсем, и заканчивается зеленым. И вот я сейчас уже вторую секцию буду довязывать, и потом чуть-чуть отмотаю и начну, чтобы у меня одинаковые. Потому что с широкими полосками мне больше нравятся носки, когда секции совпадают. Мне кажется, это смотрится как-то более симпатично, если можно так сказать. А, помимо этого, я с утра еще продвигаю немножко корзинку. Я вам показывала в начале влога, что я вяжу корзинку из джута. И эта корзинка, она вяжется тяжело, потому что я ее никуда с собой взять не могу. Я ее вот утром, когда пью чай перед выходом на работу, у меня остается 10 минут. Вот эти 10 минут я посвящаю этой корзинке. И вот, ну, когда свяжется, тогда свяжется. Она мне сейчас не сильно прям вот срочно нужна. Я лучше посвящу время сейчас плечевым процессам, носочкам, палантину. То есть то, что я хочу уже получить в ближайшее время
готовую работу. Поэтому сейчас я отправлюсь набирать петли на перед пи и надеюсь, что довяжу до первого вот этого зигзага хотя бы за сегодняшний вечер. Сейчас у нас уже без 15:09, ну, пара часов у меня есть на вязание и на просмотр сериальчика. Поэтому встретимся с вами уже, наверное, после дня рождения, когда я буду подводить итоги этой недели. Подвести итоги этой недели. На самом деле я вокруг обложилась просто огромным количеством всего. У меня тут корзинка, тут проектный мешочек, внизу два проектных мешка, корзинка с пряжей, корзинка, которую я вяжу, носки, которые я связала. То есть я прям обложилась по полной, и сейчас вам буду показывать все, что у меня произошло на этой неделе. Но в общей сложности вы уже все понимаете. На самом деле сегодня суббота. Сегодня у меня будет еще одно продолжение празднования дня рождения, и я вот по-быстренькому между там салатиками и приготовлениями решила к вам подключиться, чтобы показать то, что все-таки у меня связалось за эту неделю. И давайте начнем с готовой работы. На самом деле на этой неделе у меня случилось две готовые работы, но прошлую готовую работу, точнее, одну готовую работу я анонсировала вам на прошлой неделе, а эту готовую работу я готова вам показать. Это пара носочков. Пара носочков из опала. На них я взвесила. У меня ушло 65 грамм. То есть классные носочки на мой размер получились. На 64 петли. То есть и все мне в них нравится. И еще одна готовая половинчатая работа. Это еще один носок. Тут у меня уже получился носок на 42-44. У меня блокатор. Я постоянно забываю, если вы... Знаете, есть такие металлические гамовские блокаторы, есть с красным сечением, это, как я понимаю, 38-39, а есть с черным сечением, они либо 42-44, либо 43-44, вот что-то такое, либо вообще 40-42. Ну вот эти носочки, они ну, заметно больше, потому что я их даже блокировала на разных блокаторах. Тут и пятка побольше, хотя по количеству петель они одинаковые. Так как у нас с мужем нога примерно в обхвате одинаковая, просто размер ноги другой. Поэтому я ему вяжу на такой же обхват ноги, как и себе, чтобы комфортно сидела, чтобы они не были слишком свободными по ноге. Я не люблю, когда носки по ноге болтаются, и муж мой это не любит. Я ему, конечно, показала этот носочек, он сказал, что ему не очень нравится, и он, скорее всего, такой носить не будет, но ничего страшного, ничего страшного. Либо я кому-нибудь его подарю, возможно, мужу сестры, у него тоже примерно такой же размер ноги, поэтому еще подумаю и посмотрю. Носочки в любом случае лишними не бывают, и я думаю, что даже на работе, как приятные подарки к Новому году, я запланирую в этом году сделать такие. Так, это что касается носочков. Я немножко так сумбурно как-то спешу, потому что быстрее хочу затронуть все и ничего не забыть. Вторая готовая работа — это палантин. Я его закончила, заблокировала, и он теперь у меня полностью готов к эксплуатации. Я сейчас попытаюсь его примерить и показать, но перед этим хочу показать вам, как он закончился у меня. То есть я здесь довязала резинку,
выглядит это следующим образом. То есть, как я обещала, точнее, как вам рассказывала, что я возьму розовый твит и закончу. Связала резинку 2 на 2, потом провязала один ряд лицевой глади и закрыла просто, знаете, две вместе. Обычным закрытием я не люблю заморачиваться. Закрытие иглой, какие-то там навороченные закрытия через накид. Мне это не очень интересно. Возможно, когда мне понадобится что-то сложное, какое-то изделие закрыть, там, итальянским способом или еще как-то, я тогда заморочусь. Но в этом палантине я хотела именно, чтобы у меня получилась вот красивая косичка. И она так у меня и вышла. И вторая часть, она получилась более неудачно, потому что я... изначально не запланировала этот момент. То есть изначально я же вязала палантин как вообще проба пера, и я не знала, что он выльется во что-то такое более симпатичное. И я израсходовала всю дундугу, и у меня здесь не получилось сделать полоску перехода. И поэтому мне пришлось добавить просто остаток шелкопряда и довязать резинку. Смотрится, скорее всего, не очень, но сочетаемо с основным полотном. То есть вот у меня шелкопряд идет посередине полотна, посередине палантина, и потом вот заканчивается резинкой. Думаю, что в общей сложности это должно смотреться симпатично, но мне кажется, я придаю этому слишком большое значение, так как это у меня палантин, вот я его, возможно, даже носить-то на улицу не буду, вот чисто он у меня на работе поселится. Давайте я его примерю и покажу, как он на мне выглядит. Палантины я обычно ношу следующим образом, то есть я оборачиваю вокруг шеи, чтобы можно было, если что, лицо прятать. И вот так вот на груди его перехлёст делаю, чтобы защитить от ветра. И вот таким образом ношу палантины. А по длине он у меня получился вот таким. Ну, вообще, мне кажется, очень даже симпатично смотрится. Шелкопряд он шею мне не колет. И вот пряжа тут еще, которая от Lanes du Nord, она тоже достаточно приятная, поэтому... думаю, будет тепло и комфортно. Посмотрим, как с пальто вместе будет смотреться. Но после того, как я его вам показала, я теперь его могу спокойно с собой забрать на работу. Далее. Что же вам далее показать? Давайте я вам покажу корзинку, которую я продвигала активно последние несколько часов, потому что я поняла наконец-то принцип, как вязать эти стенки вверх. У меня уже был распуск в этой корзинке, и я просто не понимала, почему у меня корзинка дно... И после того, как я перестала делать прибавки, почему она не поднимается вверх, а почему она делается тарелкой. А оказывается, при вязании джут нужно подтягивать, когда вы вяжете стенки. Вы знали вообще об этом? Вот я, например, не знала. А после мастер-класса об этом узнала и начала подтягивать, и у меня теперь выходит вот такая корзинка. А на самом деле дно у нее не сильно держит форму, но после того, как я сюда положу пряжу, я думаю, что все будет более-менее плотненько. И когда она набьется... под завязку плотненько, она заблокируется, если можно так сказать. Вот так выглядят стенки. Не знаю, мне очень нравится, как получается. Я планирую ее связать по высоте, наверное, где-то вот такую, чтобы мотки артисана полностью залезали, или там немножечко шапочка торчала моточков артисана. Как вы знаете, моточки артисана, они длинные. Либо я свяжу пониже, чтобы просто обычные вот такие моточки складывать, 100-граммовые носочные пряжи. Не знаю, посмотрим, потому что у меня еще джута много, пряжи много. И как вы могли заметить, я психанула и из бобины перестала вязать в 3 нити, потому что я устала, в крючке очень быстро расходуется нить, и постоянно надо было перетягивать эту петлю, чтобы в 3 нити вязать из одной бобины. Я психанула и перемотала, просто взяла и отмотала сколько мне нужно. Потом, когда это закончится, ниточка, я снова от бобины отмотаю. Где у меня бобинка тут? Вот она. По расходу, насколько я понимаю, на данный момент у меня ушло, вот вместе с учетом вот этого клубочка, 100 грамм от бобины. То есть у меня еще 400 грамм этой пряжи есть. 400. То есть куда ее извязывать? Мне кажется, тут можно и коврик связать. И связать еще одну корзиночку. Но у меня, кстати, появилась идея... оставить джута после вязания вот этой корзинки и связать такую маленькую корзиночку. Знаете, как вяжут под ватные палочки? Ну, под ватные палочки у меня из трикотажной пряжи есть. А я хочу связать... Помните, у меня от рандеву приходило, и у меня просто есть маленькие такие флакончики от левантов. Из всяких армобоксов, или я отдельно покупаю. Так вот, у меня эти от леванта, они все стоят вот так вот ровненько. И если я какой-то случайно возьму и руками задену, у меня все это попадает. Мне это не нравится, и я увидела у одной какой-то корейской блогерши
что она показывала, что она хранит такие отливанты в стеклянной колбе, как вот у меня, например, вот здесь вот маленькие клубочки хранятся. Но я не хочу использовать стеклянную колбу, я подумала о том, что можно связать вот такую маленькую корзиночку и в эту корзиночку положить, сколько там у меня штук, 10-15 этих вот всяких разных отливантов. Думаю, что будет смотреться интересно просто на полочке, где у меня хранятся духи. И удобно будет в плане того, что я не буду постоянно руками это все ронять. В любом случае, я не запутаюсь в этих духах, потому что они все подписаны. На них либо есть наклеечка, либо прям выбито на флакончике, что это за духи, поэтому перепутать у меня не получится. Что касается продвижения палантина. Я переместила этот палантин в такую большую корзинку, потому что в корзинку, которая плетеная, мне показалась она неудобной, плетеная именно из дерева, это тоже по факту плетеная, потому что в ней мало места, у меня уже пряжа начала из нее выпадать, и я решила, что я освобожу одну такую корзинку, в которой у меня обычно пасмы хранятся, и буду использовать ее как проектную корзинку. И это, кстати, оказалось очень удобно. Я не продвигала никак палантин, просто вот вам чуть-чуть покажу. Вот тут чуть-чуть у меня связано, возможно, пару рядочков еще продвигала, насколько широкий он получается. Мне кажется, для палантина будет достаточно. Не знаю, возможно, кто-то из вас любит палантины пошире, но я понимаю, что если я буду набирать там 150 петель, то я буду вязать этот палантин, наверное, до следующего года. А так у меня хотя бы постепенно он будет продвигаться, и не так будет это все напрягать меня, если это возможно. Вот видите, насколько много здесь всякой разной пряжи. При том, что я сюда еще Alva Silk не всю перенесла. Нужно будет ее перетащить из корзинки, которая находится сейчас за кадром. Так вот, палантин у меня продвигается. И буду его постепенно тоже вязать. Что у меня еще здесь попалось на глаза? Вот она, кстати, и упала. Вот это проектная сумка. Если вы давно на моем канале, вы знаете, что в этой проектной сумке лежит. И это я не продвигаю уже... Ну, уже, наверное, полгода точно. Мне кажется, я начинала вязать весной, и вот, и все, и забросила. Или даже зимой это было, и забросила. Здесь у меня хранится 6 моточков, или 5, 5 моточков, или 6, я уже даже не помню. Вот такой пряжи. Это Silk Mohair от Infinity Design, 75% Super Kid Mohair, 25% шелка, 25 грамм, 210 метров. Очень красивый лавандовый цвет, очень пушистый мохерчик. У него длинный прям ворс, очень красивый. И эту пряжу мне дарили в прошлом году на день рождения. Так, сейчас я вытащу все здесь моточки, посмотрим, сколько их заодно у меня. 3 вижу. 4. Да, 5. 5 моточков я вязала образцы, пробовала, как бы вот подобрать узор, попасть в плотность. Я хотела из этой пряжи связать себе по описанию девушки с ником не Анна. У нее есть описание с такой кофточки, паутинки, ирис называется. У меня есть это описание, и я долго подбирала плотность. Вот так вот выглядит образец. Вот еще один точно такой же образец. Я пыталась попасть в плотность. И у меня в плотность вроде я как попала, начала вязать, и меня, если честно, так сильно умотал этот узор. Вот он вообще интуитивно не запоминается. У меня не получилось с ним сработаться, у меня постоянно были какие-то ошибки, а распускать постоянно мохер мне не хотелось. И вот в таком состоянии это вот все, что я провязала, и я уже устала. Тут вяжется японским плечом, тут... Плечи формируются и горловина за счет укоротов. Очень интересный метод сам по себе. Мне нравилось изучать вот построение этой модели, но узор меня прям, знаете, очень тяготить начал. Я вот думаю, возможно, я повторю эту модель только без узора. То есть я начну вязать просто лицевой гладью и свяжу такую своеобразную, вот как вот эту кофточку. Одна из моих любимых, кстати, кофточек — это Drops Brush Alpaca Silk. Тут у меня 6 мотков, насколько я помню, уходила. Она с широкими рукавами. Это прям одна из самых любимых моих вещей. Теплая, комфортная, классная. И вот связать что-то подобное вот в таком лавандовом цвете, мне кажется, было бы тоже круто и освоить заодно новую технику. Возможно, я сделала неправильно, что начала вязать этот джемперочек, свитерочек, паутинку из кидмахера, потому что это проблематично. Во-первых, тяжело петли где-то увидеть, разглядеть, пересчитать как-то раппорт узора. Нужно было, наверное, что-то попроще взять.
попробовать на чем-то более легком, чем вот. Хорошо, что я слишком далеко не продвинулась, я это просто распущу и потом сделаю либо паутинку, либо этот мохерчик подмотаю к какой-нибудь пряже. Потому что мне в последнее время очень нравится тенденция, как зарубежные блогеры подматывают к какому-то виду, например, мохер. Если честно, я так думаю, они делают такие своеобразные домашние кардиганы. Я понимаю, у них дома более холодно, нежели у нас. И я бы такой кардиган дома, конечно, не носила. Я бы взяла его, например, с собой на работу или носила бы его, когда вот еще непонятная погода, когда еще ты вылез из кожаной куртки, но еще не можешь там залезть, например, в пальто. И я бы носила, например, под кожаную куртку, чтобы чуть-чуть утеплить тело. У нас вот сейчас на самом деле на улице очень непонятная погода, впервые такое, чтобы у нас в октябре, время, между прочим, 7 октября, у нас было на улице плюс 15. Что происходит? Очень-очень теплая осень получается. У нас было несколько дней, когда был 0, минус 1, и все. И у нас говорят, что на следующей неделе опять будет плюс 20. Осень какая-то очень хорошая в плане того, что можно поснимать листики, походить, погулять, понаслаждаться атмосферой осени. Поэтому, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, как эколога, меня это немного пугает. И я сейчас осматриваюсь по сторонам, и, как я понимаю, я рассказала вам все, что я хотела. То есть вот такие продвижения у меня за эту неделю произошли. Стоять! Я вспомнила, что я вам забыла рассказать. А где, кстати, этот проектный мешочек? Ага, потому что он тут спрятался. Про Пию. Про Пию-то я вам совсем не рассказала. Я же начала вязать перед изделие. Я начала вязать перед изделие и закончила на середине ряда. Пока с вами разговариваю, сейчас закончу. Пия у меня перевязывалась, потому что я подумала о том, что я уже сама запомнила, как вязать правильно, сама запомнила, что куда надо прибавлять, убавлять и в каком месте нужно менять цвет. И так получилось, что я просто вязала себе спокойно, а потом поняла, что мне надо делать смену нити на 8 рядов раньше. И мне пришлось распускать. Я распустила эти 8 рядов, сделала смену цвета. И вот вчера, пока смотрела сериал, я сейчас смотрю сериал «Мост» называется, датский, насколько я помню, это сериал. И под него у меня отлично продвигается просто этот процесс. То есть он у меня из-под спиц прям летит. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время я уже даже смогу закончить это изделие. Итак, вот такие продвижения у меня по Пии произошли. Наконец-то довязала этот ряд, он был какой-то супер бесконечным. Вот так. То есть на данный момент у меня так выглядит передняя часть. Я думаю, что рукава я начну вязать, хотел сказать, два вместе, но, скорее всего, у меня не получится вязать два вместе рукава, потому что у меня все запутается. Я знаю себя, у меня по-любому все запутается. Но я понимаю, что следующую пию я по-любому буду вязать в круговую. То есть тело я буду гнать по кругу, потому что отдельными частями вязать, постоянно там отрыв нити, кончики вот эти заправлять, в плане того, что все равно в начале вязания вот здесь у нас кончик есть, тут кончик есть, там кончика два таких же, в конце еще по несколько кончиков. Лучше вязать уже в круговую. Интересно, кто-нибудь вязал из вас пию в круговую? Напишите в комментариях. Фух, теперь на этом у меня точно все. Я почему-то пока вязала, аж мне жарко стало. На этом у меня теперь точно все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно немножко повязать в моей компании. А мы увидимся с вами в следующих роликах, и они будут совсем-совсем скоро. Всем пока-пока!